Джимен, не сдавайся! Мы, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть различные видосики по Скибиди-туалетам. На этот раз, ребята, Скибиди-туалет-зомби. Да, ребята, апокалипсис, и вышла 11-я серия. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень-очень важно. Ну что же, друзья, погнали. Вот он, начальник главный Клокман. А, ну все-таки, видишь, они как бы не предатели. Хотя они хотели в прошлой серии, ребята, вроде как нас... Да, трямснуть. Время. Да, время у нас подходит к концу. Ой, блин, я вообще не представляю, что сейчас будет. Ёшкин-кошкин, нет! Неужели тут будет битва? О! Ля, отсылочка на Вантусмена, да? Что у него Вантус-то был с шипами. Хорош. Ну, братишка, давай. Сейчас начнется жаришка. Джимен! Да есть же, друзья! Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это плохо. Зарядка кончается, ребята. Ля, как у меня на айфоне, ребята. В мороз, когда выходишь, сразу все. До 1%, как говорится. Ребят, вы напишите, кстати, у вас айфон или Android? Между делом, так сказать. Ух, блин, вот сейчас будет эпичная битва. Ну что же. Да ну нафиг! И тут, Майкл, ты ли это? Ёшкин. О нет. О нет! Джимен, не сдавайся! Да ну нафиг! Это, блин, чё такое-то? Так, давай сейчас, секунду, сейчас мы переведем. Во вселенной зомби персонажи Клок и Дрель в рамках сюжетной линии отличаются от персонажей, встречающих во вселенной от студии Домс. Ну, короче, это повествование представляет собой уникальную и отдельную историю. Вот как. Окей. Офигеть. Напоминаю, в прошлой серии, друзья, вот казалось бы, да, казалось бы, они уже нас чуть не зафигачили. И даже этот, видишь, он куда-то уже такой идет, намылился. Они такие, какие-то странные такие. Диджей, смотри, диджей. Так. TV Woman. Времечко. Они, кстати, отступили или нет? Ну-ка, погоди-ка. Да, целая толпа бежит. Может, какие-то отсылочки будут. Так, дрель. Дрельман, значит, вот так вот. К сожалению, его сжирают. Боже мой, еще рука оторвалась. Ну, чумной доктор, ты посмотри просто. SCP-049. Ёшкин-кошкин, прям близко подошел. На нафиг, зомбак. Блин, ну Джимена вообще прям жалко, если честно. Не, возможно, в следующей серии он все-таки выживет. Там был нож. Щит. Хорошая такая пушечка. Раз. И разобрался со всеми вроде бы. Но зарядка-то заканчивается, ё-моё. Ну бензопильщик, жесть. Идет, все живой и живой. Вот надо было раз и навсегда с ним покончить. Так, он это делает, да.
Ты посмотри, боже мой, у спикера-то сколько рук стало! Как паук какой-то настоящий, прикинь? Майкл, блин, ну ты тут что забыл-то, а? Вот, и доктор этот смотрит. И уже мы понимаем, к чему все ведется. Офигеть, смотри, он просто с одной тычки раз и все, отрезал. Офигеть. Кстати, отсылку на ютуберов я вообще пока еще не одну. Видимо, здесь не стали они ничего такого добавлять. Потому что, ну, такая серия, блин. Ну, жестко, 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 ребята. Интересно. Интересно, конечно. Интересно, что дальше будет на самом деле. Потому что здесь... Это капец. Я вот все время думал, что именно G-Man должен спасти. А сейчас раз... И все, его уничтожают. Так, ладно, бро, давай-ка мы посмотрим озвучечку от Неми, потому что он делал. Погнали. Ну что же, друзья, а это озвучка у нас от Неми. Ссылочка на него будет в описании. Погнали, поглядим. Ребята, как же он там озвучил? Ну, как всегда, годно. Ребята, как же иначе? Да уж, ну и местечко. Эй, что это было? А? Чего? Там что-то было. Мальчики, осторожно. Лучше проверь. Эй, что там на планшете? Такая ловушечка. Там чужаки. Эй, мы не хотим проблем. Ага, еще чё? Давай, опусти пушку. Да ладно, ты же... А, ну блин! Давай, это все, что ты можешь. Лысый, осторожно! Нифига, туалетик лысый! Я тебя остановлю, но запомнишь, что я не уже. Смотри, как умею! Прямо в яблочко! Эй, не надо! Кажется, это зомби. О, ну что, довольный? Дело говно. Ух ты, какой! Давайте, чуваки, вместе, потом разберемся! Ладно, так и быть. Офигеть, чисто жрает, а, смотри, вот. Что ты делаешь? Смотри, что творит. Что, посраться можно, реально, от такого. Дерьмовая ситуация, да? Ну, я пытался. Ну, я пытался, реально. Офигеть. Ну что же, друзья, посмотрели мы озвучку, но Номи хорошо, хорошо сделал. Блин, интересно, чем это все закончится? Не, на самом деле, вот помнишь, вначале мы думали, что они как бы предатели, что такое, а по факту реально, как бы они не встречали их ни разу, клокманов. Вот именно в этом, в этой вселенной. И поэтому они удивились. И те камераменов, наверное, тоже... Хотя по идее, из той вселенной-то они вроде как уже знают, что да как. Ну, не знаю. Не знаю, ребят. В общем, что вы думаете, напишите в комментариях. На этом все. Обязательно поставь лайкосик. Бай-бай, дорогой братишка.